Какая хорошая. Иди сюда, давай. Давай сюда. Ох, какая. Прибежала. Молодец какая. Я почистил сейчас кормушки. Но тут было много, много семечек лежало. Кедровых, правда, не было. Но все равно. Не елень. Золото какое прибежало. А, хорошенькая какая ты. Кто говорит хорошенькая? А, хорошенькая. Молодец какая белочка. Давно я уже тут никаких белок не кормил. Не, белки тут постоянно бегают. И они постоянно едят тут из кормушек. Но только вот с руки я давно, давно никого не кормил. Тут какие-то дикие, дикие белки прибегали все время. А это вон какая хорошенькая, знакомая старая прибежала, а? Золотце. Хорошо выглядит. Хвостик хороший, вес хороший. Все хорошее у ней. Тонус у ней, тонус хороший у ней тоже. Чувствую, как она сидит. Как она двигается. Лапки, еще одна пришла с тонусом. Какая злодейка, а? А я, говорит, тоже, говорит, злодейка. А я что-то удивляюсь, если честно. Тут же были семечки. Рыженькая, рыженькая пришла. Ну-ка, подожди-ка, а если тебе сюда насыпать? Кому-нибудь из вас сюда насыпать? Ну-ка, подожди-ка. Рыжая, смотри тут. Иди сюда, иди сюда! Куда вы погнались-то, а? Э! А ну вернись! А нет, говорит, тут принципиальный вопрос. Это рыжая, наверное, чужая на этом празднике жизни. Поэтому эту белку прогнал. Иди сюда! Нет? Что за жесть какая-то? Меня в таких вот, в таких разборках беспокоит... А, белка возвращается. Беспокоит, что они могут свалиться. А я, говорит, возвращаюсь. И кто это вернулся, интересно? Кто это вернулся? Вернулся. Молодец. А та далеко убежала, да. Не успел я положить ничего. Я почистил кормушки, не успел ничего положить. Злодейка прибежала какая-то, а? Синицы тут злые. Но синицам тут полно. Я сейчас отсюда почистил. Тут семечек было много, почистил и высыпал около дерева тут рядом. Они знают, где семечки лежат. Там все подъедают. Каждый раз прихожу, там прям чисто все выметено. Совершенно. Там я в основном мышам кидаю, но там и белки едят, и синицы едят. Берчата я видел, прибегают туда. Едят там. Белка какая, а? Злодейка. Какая ты? Вот меня спрашивают, почему злодейка? Вот сейчас она прогнала другую белочку. Разве не злодейка? Злодейка. Ну, это их разборки, беличья. Кто-то сюда идет, а он тут совсем не нужен. Злодейка какая. А мне вот интересно, что тут будет зимой твориться.
А рыжая-то пришла обратно. Рыжая пришла. А я, говорит, пришла все равно. Орешки-то лежат тут. Молодец какие. Давайте не будем ругаться. Давайте ругаться не будем. Золото. Орешков на всех хватит. Рыжая пришла. Молодец как. Давайте не будем ругаться. Не будем ругаться. Успокоились все. Кушаем. Сидим, кушаем. Вот, кстати, не ухи длинные, как у длинноухого. Ухи просто огромные. Как бы мне вас в один кадр поместить? Вот так вот. Поместить так, чтобы они не передрались между собой. А я эту рыжую белку не знаю совершенно. Ну, злодеи. Сидим, говорит, кушаем. Спокойно, спокойно. Голодная белка, если она вернулась, если ее прогнали, тут ее гоняли, а она все равно вернулась, значит, голодная белочка. Негде больше ей перекусить. Некуда идти, только сюда вернуться и поесть. Да, рыжая? Хвостяра какой, а? А тут кончаются орешки, кстати. Вот не ожидал я, что она вернется. Рыжая, какая-то отчаянная. Кончились орешки тут. Ну-ка, дай-ка я возьму чуть-чуть еще. Страшно, сюда положу. Иди сюда. Давай сюда иди. Все, сел. Не надо. А может... Белочка рыжая, может тебе шишечку дать? А я, говорит, возьму, говорит, шишечку возьму, да. А мне интересно, рыжая, она гладится, да? Да ладно, ты и гладится. Да кто ж ты такая-то, а? Солнце. Явно знает меня, белка. Она унюхала шишку тоже. Солнышко. Рыжая. Рыжая солнышко. Ух, какая, а? А так куда-то убежала с шишкой. Какая хорошенькая. Мальчик это мальчик у нас. Это мальчик, я говорю, мальчик, да. Злодейский какой. Ну ладно, заканчиваю на этом.
Он сейчас будет долго, наверное, есть. Он голодный. А я, говорит, голодный, да. Буду есть долго. Так и говори. Так и говори. Всё.